Приветствую вас. Три момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Момент первый, для чего вы ходите на работу? То есть вы на работу ходите работать или с людьми взаимодействовать? Второй момент, что значит не ваши люди? Нет ли у вас проблем с общением? Если да, то какие? Вот тут нужно тщательно разбираться, потому что именно взаимодействие с людьми, да, это очень важный момент. То есть тут дело не в том, что это ваши или не ваши люди, а ваших людей не бывает, и не ваших людей не бывает, бывает гибкость ваша. Вот. Это была гибкость мышления человека, гибкость его социальной позиции. И у вас этой гибкости нет. И вы сами понимаете, что гарантии того, что на другом месте работы этого не будет, нет. Поэтому здесь только работать над причинами того, почему вы не можете воспринимать людей просто как коллег. То есть какие-то принципы, какие-то установки вам мешают. Ваши. Вот. И третий момент, это момент, касающийся того, что вы задаете нам вопрос, уволиться или нет. То есть перекладываете на нас ответственность за принятие решения о своей жизни. Если вы делаете это не впервые, то это довольно-таки жертвенная позиция. То есть это позиция жертвы. Позиция человека, который ни на что не влияет, ни за что не отвечает. И на мой взгляд, это, ну, далеко не самый лучший расклад, который может быть для вас. То есть совершенно очевидно, что вы можете претендовать на больше. Совершенно очевидно, что вы можете добиться большего, если не будет проблемы взаимодействия с людьми. Поэтому не люди какие-то там не такие, да, а с вами. С вами что-то не так. То есть у вас достаточно костная, жесткая позиция по восприятию людей, которая, скорее всего, идет из детских лет. Вот это то, что можно вам сказать. Отдельный пункт заключается в том, что вы явно тяжело переживаете состояние в коллективе, ситуацию в коллективе, когда, ну, по сути дела, у вас нет контакта. То есть вы подавлены, у вас болезнь, то есть психосоматика. У этого тоже есть причины. И я думаю, что у этого есть, в силу того, что у этого есть свои основания, эти основания можно выявить и их подкорректировать, чтобы вы не реагировали так. Может быть,
личными границами поработать, может быть, с уверенностью в себе и восприятием себя, может быть, со страхами, может быть, с когнитивным аспектом, да, может быть, с экзистенциальным моментом, то есть тут, на самом деле, много вариантов достаточно, и все они, в принципе, адекватные, все они, в принципе, адекватные и хорошие, эти варианты. Вот. Это то, что я могу вам сказать, исходя из того, что вы написали. И когда вами все это будет разобрано, вы сами ответите себе на вопрос, стоит ли увольняться или нет. Но перед этим как следует подумайте на тему того, для чего вы работаете. То есть, какое значение вы вкладываете в работу. То, что вам нужно от нее, от работы, что вы от нее хотите. И как в этом участвуют люди, должны ли они участвовать в этом, в том, что вот, ну, в том, что вы делаете, должны ли они участвовать в этом. А мне думается так, что нет. Мне думается так, что не должны. Вот, ну, надеюсь, вы того же мнения. Если нет, то тут будут трудности с поиском работы, именно потому что, видите, вы очень зависимы от людей, и, видимо, у вас достаточно маленький диапазон, когда бы вы чувствовали себя комфортно. Поэтому вот диапазон нужно расширять. Я думаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. И если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.